Здравствуйте, господа. Сегодня решил рассказать немного и показать кормушки Basketbait Евгения Васильевича Середы, моего друга и товарища многолетнего. Кто знает, что я являюсь директором центра Сабанеев, технологического, который в свое время открыл, организовал, настроил работу Евгений Васильевич Середа. И, в принципе, я взял его бразды правления. Те же кормушки Basketbait – это изобретение Жени. У него есть масса видео на своем канале. Но так как Multifish является тоже официальным магазином компании Сабанеев, прикормок Уникорм, прикормок Академии рыбалки, то те же кормушки Basketbait вы можете приобретать напрямую, фактически, у Евгения Середы. Нам он их привозит, мы у него их берем, за качество, естественно, отвечаем, поэтому как только какие-то там вопросы возникали в первых партиях этих кормушек, если помните, была сначала модель большая, потом средненькая, потом она видоизменилась, потому что были нарекания на выскакивание самой стальной вот этой проволоки, да, из поплавка. В итоге Евгений Васильевич изменил конструкцию, и мы сейчас имеем третий вариант, уже окончательный, кормушек Basketbait Евгения Васильевича Середы. Именно вот в том варианте, в котором сам разработчик, конструктор их видит. И, в общем-то, на эти кормушки уже нареканий никаких нет. Мы их продали сотни. И, в общем-то, люди, ни один еще уже не пришел, да, не вернул и не сказал, что там что-то там желательно доработать и тому подобное. Поэтому мы их получаем регулярно, много. Заказывайте на Multifish. Всего доброго вам и до новых встреч!